Трехугольная машина Kansai Special с тянущими роликами и правым ножом для подрезки края материала. Предназначена для обработки изделий из трикотажа, средних и легких тканей при таких операциях, как притачивание резинки в кольцо, закрытие резинки, предварительно притаченной на верлоке. Машина оснащена автоматическими функциями пневматической обрезки нитей и подъема лапки. Запряженной лапкой машины установлен пуллер. Механизм продвижения ткани с пуллером значительно облегчает продвижение материала и обеспечивает великолепное качество шитья без борения и пропусков стежков, в особенности на длинных участках шитья. Тянущие ролики выполняют функцию равномерного натяжения эластичной тесьмы или резинки по отношению к материалу основы.